Только что компания Samsung выпустила новый аксессуар для своих новых наушников Galaxy Buds Pro. Футляр выглядит как старая кнопочная раскладушка. Аксессуар сейчас доступен в качестве подарка для покупателей Galaxy Buds Pro в Южной Корее до 31 января. Отдельно футляр можно будет купить примерно за $35. К сожалению, экран на футляре – это муляж, а ведь мог показывать и уровень заряда батареи. Пускай за $50, но было бы гораздо интересней. Сейчас Samsung принимает на Galaxy Buds Pro предварительные заказы за территорией России. Остальные продажи начнутся в первых регионах 29 января, а в России 5 февраля. Однако сейчас в официальном магазине уже наушники есть на прилавке, по крайней мере в Санкт-Петербурге.